7-ку. Ну что, в этой серии мы должны будем с вами попасть в эту вот церквушку. Давайте смотреть. Так, не пугай так. Давайте смотреть, куда нам нужно тут идти. Так, в прошлой серии мы улучшили наш арбалет. Улучшили арбалет. И мы взяли задание убить 3 гадючки. Только где 3 гадючки мы возьмем, я без понятия. Так что это? Уничтожить эмблемы на церковь. Церковь. 2 штучки, да, нужно будет уничтожить сейчас. Давайте посмотрим, что это, где оно. Так, заколка. Какие 2 штучки нам нужно будет уничтожить на церкви? Где-то оно здесь находится? Или в самой внутри? Так, что это такое? Что это за слово? Угу. Давайте посмотрим еще раз, что нам нужно сделать. А, уничтожишь эмблемы на надгробиях. Церковь. Это, наверное, нужно будет колечко. Неплохо. Эмблемы, наверное, вот тут, да, искать? Или нет? Или да, или нет? Ага, вот эмблема. Вот эмблема. Раз. Два. Не? Не они? Какие тогда эмблемы? Ноль из двух. Шпинель. Шпинель X2. А какие эмблемы, скажите, пожалуйста? Ну, типа этого, правильно же понимаю? Типа таких эмблем. Или нет? Или не таких эмблем? Все, уничтожили. Мы молодцы, умнички, справились. Ага, вот. Все, шикарно. Так. Выполнили, да, задание? Отлично, теперь, по идее, мы получим какую-то шпинель. И по идее, мы должны получить будем с вами 5-й брюлик. По идее, нет, у нас всего лишь их 4. Ну и ладно. И не больно уж сильно хотелось. Но уничтожили. Так, идем на лестничку. Правильно понимаю, нам же на лестничку. Да. Меня другой вопрос интересует. Хватит ли нам с вами... Световая граната. Хватит ли нам с вами эти, как его... Потрошков, чтобы большого босса уничтожить? Нет! А, не, нормально. Думал, сейчас разобьется. Угу. Дальше не пройти, и сюда не пройти. Слышь, шпинель, а как мне попасть внутрь церкви? Я слышу, конечно, звук где-то, кто-то мычит. Как мне туда попасть? Ну? Не, не сюда. Окей. Давай смотреть. Церковь тут закрыта. Тут закрыта. И что нам делать? Куда нам идти? Как нам сюда попасть? Ну тут закрыто. Тут вот какая-то лестница. Мы через лестницу перепрыгнуть надо как-то, что-то куда-то. Тут мы явно не пройдем, правильно я понимаю? Здесь у нас обрыв идет. Сюда мы не пролезем. Тут мы тоже как бы не зайдем. Я надеюсь, мы сейчас не будем бегать, тупить. 43-4 дня. Сюда и можно пролезть? Нет, сюда нельзя пролезть. Ну ладно, давай наверх. Давай наверх и смотреть.
Сюда тоже нельзя, сюда тоже нельзя. Все, мы приехали, да, получается? Мы уже приехали. Так, разговоры. Пока не нашел, но они тут все полностью перекрыли. Ясно, думаю, причина может быть только одна. Да, она здесь, я уверен. Я попробую туда. А, я проберусь туда, Конор один, конец связи. А как ты туда проберешься? Как ты меня, удиви меня. Удиви меня, как ты туда проберешься. Тут же все закрыто. Ладно, давайте буду ждать. Вы сюда... Ой, я дверку не заметил. Вы же сюда пришли посмотреть, как я блуждаю, правильно? Ключик подходит? Подходит. Желтый алмаз. Да ты шо? Ага, здорово. Заприте ее в церкви до назначенного часа. Так, карта. Карта окрестностей озера. Так, ключ будет лежать в пещере на той стороне озера. Чудово. Чудово. Угу. Окей, окей, на той озеро. Стороне. Надеюсь, да. А где-то озеро. Больше сюрпризов не будет. А озеро у нас, наверное, находится с вами в этой вот дверке, которая находится вот тут, да? Угадал? Так, наверное, куда-то вот сюда. Так, что у нас тут? Ага, понял. И да, и здесь у нас дверка. Давайте сразу откроем, мало ли нам придется убегать. И давайте присядем. Так, я здесь слышал голоса. Попробуем отработать с арбалета. Попробуем отработать с арбалета. Тихо, стоять. Ах ты, падла, ляс коктейля Молотова, да? Так, интересно, я дострелю туда с арбалета или нет? Здорово. Все, минус арбалет. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Да, он меня тащит, говорит, а я тащусь. Здорово. Так, что это такое, патрушки? До побачення. Падла. Ах ты, падла. Вот змейка. Одна есть, хорошо. Две осталось. Что такое, в глазик попало? Падла. Ну все, все, дедушка, отдыхай, все, ложись, отдыхай, спадки, новости. Блин, ну мы справились, мы молодцы, мы красавчики, только нужно сейчас теперь залезть и забрать наши болты, потому что без болтов... Ой, это сам такой, без болтов арбалет не арбалет. О, Прибежала, ля. Ой, падла, не, заряжайся. Лежать.
Ты что творишь? Ты что делаешь, алё? Ты чем занимаешься, падла? Еще. А еще? Кто? Где? Или типа он троллит их еще? Здорово. Лежать. Умничка. Хороший зомби. Так, что у нас по поводу арбалета? Да, 3 штучки есть. Хорошо, давайте перезарядимся. Возьмем в руки обратно пехоль. И посмотрим, сможем ли мы с вами сделать патрошки для дробовика. Давайте делаем патрошки для дробовика. Так, кто помнит мою ТТТ, ставь лайкосик. Так, бочка. Спрыгнуть. Не, боюсь, я не спрыгну. Я потом туда не подымусь. Ага, вы меня обманываете. По-любому обманываете. А, не, нормально. Все, отстань, дед. Отстань, пожалуйста. Давай, а ну, подходим по одному. Давай, давай, давай. Молодцы, умнички. Вот тебе больше всех надо, да? Так я так понимаю. Ой, я случайно. Да, я случайно. Это как, помните, Мстителя, когда... Когда это, как его... Тони Старк Халку зуб выбил. И он такой... Я нечаянно. Так, идем дальше. Идем дальше, и надеюсь, что у нас по пути попадется еще 2 змеи. Ага, 2 змеи нам попадется по пути. И мы с вами сможем купить новый пехаль. Так, все, тихо. Отлично. Единственное, что мне непонятно, почему мы сами не можем использовать эти вот взрывчатки как приманку. Так, можем сюда пойти, а можем сюда и пойти. И что это нам даст? А это нам ничего не даст, потому что здесь закрыто, да? Да. Ладно. Ладно. Поберегим, наверное, пока мест патроны на дробовик. Не будем пока мест дробовик использовать. Так, а вот звуки эти мне уже не нравятся. 2 штуки с вами у нас уже есть, хорошо. Кто способен поднять такую штуку? Серьезно? Не, ребят, я знаю, что меня ждет. Меня ждет чел, который сможет поднять вот этот вот топор. Я чей-то, что это такой топор, да? Топор, молот, топор. Я не хочу дальше идти. Давайте вернемся назад. Так, уничтожьте все синие медальоны. Все синие медальоны нужно уничтожить. Хорошо. Слышишь это? Это падла храпит, который топор. Вот оно за этой дверью. По-любому. Блин, сейчас вот эта штука закроется. Вот я уверен, сейчас мы сюда зайдем, и эта штука закроется. Проверяй. И мы сейчас будем бегать, как идиоты, да? Ой. Ой, нет, назад. Походу мы разбудили, да, бабайка? Не, может, конечно, можно было и болтами их убить, но ладно уже. Так, я понял, скушаем. Давайте, ладно, спрей использовать. Использовать спрей. А почему я здесь не могу себе... Не хочу я туда идти. Почему я не могу использовать
Это как его штуку, чтобы у нас ХП было больше. Так, хорошо, все, просто спи, просто отдыхай. Что я ищу? Я, блин, уже забыл, что я ищу. Дополнительная цель. А, в пещере этот ключ я ищу. Все, я в пещере ищу ключ. Походу, я сейчас найду ключ, мы разбудим с вами монстра, и мне придется от него убегать, либо убивать, либо я не знаю. Угу, у меня этот ключик не подходит, да? Почему? Потому что это не тот ключик. Хорошо. Так, материалы. Ага, материалы. Здорово. Здорово, здорово. Так, огонь фиолетовый. Хорошо. Такой же самый огонь у торговца. Неужели тут торговец есть? Неужели тут торговец? Так, интересно. Ты выполнил просьбу, да? Да, здорово. Я по твоему лицу. Здорово. Это вижу. О! Тут оружия хватит на целый отряд. Ля. Ребят. Ты молодец, друг. Что могу предложить? Ребят, вы поняли, да? А где? Где базука? Доброго пути. Хочу взять базуку. Алло, ну дай, пожалуйста. Привет. Что могу предложить? Так, улучшить. Ну что нам улучшать? У нас уже все улучшено, в принципе. У тебя есть купон? У тебя есть чутье, друг. Да. Вот что ты выбрал. Ты ценитель. Мало денег, чужак. Сам чужак. О-хо! Хороший выбор. Так, дай мне, пожалуйста, во-первых, денежку за вот это вот. Спасибо. Пожалуйста. Славная сделка. Да, согласен. Не, гадюку пока мы еще не будем выполнять. Так, обменяй, давай мне вот этот вот пихоль. Нет. Куда места. Ты это положишь? В карман? Вот сюда. Нет, стой, погоди. Погоди. Так, отмени сделку. Да, погоди, давайте продадим тогда ему, значит, обычный наш пехаль. Обычный наш пехаль мы продадим. Спасибо. И обменяемся. Мудрый выбор. Мудрый друг. Выбор, друг. Ты сможешь пробить почти все, что угодно. Так, я знаю. А теперь давай мне улучшение на тебя. Вот что ты выбрал. Да. Ты ценитель. Купить прицел. Лечебный спрей. Гарантирую. Эти деньги отобьются с лихвой. Схема стрелы. Вот. Знание схема стрелы. Сила. Помни это, друг. Да помню. Блин, у нас места с вами нету. Лечебный спрей, кексы, кейсы. Попробуй-ка новое оружие, чужак. Вдруг оно спасет тебе жизнь. Все, больше ничего не можем. А зачем мне столько денег? Чем еще, Мак? Доброго. Зачем мне столько денюшек? Так, давай смотреть. Давай смотреть боеприпасы. Боеприпасы, ага. Привет. Встань ты. Так. Купон на улучшение. Так, патроны. Все. Так, материалы. Вот эти вот я не использую, они мне не нужны. Неплохо. Да. А зачем мне 35 тысяч? Зачем нам 35 косарей нужно? Это очень тонкая работа. Приходи, когда у тебя появятся деньги, друг. Не-не-не-не-не-не. Скажи, пожалуйста, почему ты патрошки не продаешь, а? У меня...
меня все товары высшего качества. Почему ты не продаешь патроны? Вот это вот мне интересно. Все. Итак, выйти. Все, не кричи. Не кричи, не дома, и дома не кричи. А я ж купил же улучшение себе для... Че, это не улучшение, а знание. Знания, вот они, вот, блин, я продал эти штуки ему, зачем? Стрелы я могу делать без стрел. А ты там не убей, привет! А ты можешь мне обратно продать эти штуки? Нет, ты не можешь продать, ты жадина. Жадина, жадина. Все, что есть перед тобой. Все, 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 отстань от меня. Я хочу себе, вот, гранатомет. А ты не можешь мне его продать. Ага, лифт даже есть, куда-то ехать можно. Прикольно, давай сохранимся. Давай сохранимся. И посмотрим, куда у нас ведет этот лифт. Порадую, давай. Надеюсь. Надеюсь, туда, куда нам надо. Привет, чужак. Здорово. Так, торговые автоматы. Пустите в торговый автомат 3 серебряных или золотых жетоны. Можете получить одно украшение. Кажется, ты в первый раз оказался у нас на стрельбище. Ага. Правило одно. Хорошо. Когда мишени вылезают, их нужно сбить. Все ведь просто. Думаешь? Справишься хорошо, я тебя награжу. Всякими разными штуками. Развлекайся. Так, пехаль, винтовка, пехаль. 3, 2, 1, огонь! О, ой, огонь по своим. Отличный выстрел. Огонь по своим. Заряжай. Заряжаю. Все? Мы умнички. Ага, серебряные жетоны 2 штуки. Окей. Сказать, мы недооценили тебя, друг. Так, а ну дай мне что-нибудь интересное. Уже уходишь? Ну, раз так надо. А, 3 жетона надо, 3 жетона надо. Да-да-да-да-да-да-да, давай, ладно, давай еще раз. Пользуйся разным оружием, друг, иначе останешься без патронов. А ты мне тратишь мои патроны? Ах ты, козюля, это ты мои патроны тратишь, да? 13. Да пошел ты, знаешь, куда? Мне, блин, интересно, что находится. Ну ладно. Ладно, тратить патроны, так тратить. Давай. Мишени рано или поздно исчезнут. Не отвлекайся на мелочь. Так, не меньше. Иначе упустишь главную... 3000. Так, хорошо, отлично. Отлично. Заряжай! Заряжаю. Дон достали библиотеки. Вот так, ребят, сори, что молчу, но в принципе тут... Что тут, как говорится, комментировать? Стой. Вот как надо. Вот и все. Стой, 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 стой. А, хорошо. Ну, ты превзошел все ожидания. Да я сам в шоке. Как раз на последнего мне не хватило. Алло. Отдай мне жетончик, пожалуйста. Дай жетончик. В чем проблема? Огонь! Привет,
Так, две цели. Хорошо. Блин, какой же ужасный тут... Какой же ужасный тут прицел. Заряжай! Заряжаю. Блин, надо было попробовать стрельнуть, когда они будут вместе стоять. Шикарно. Минус. Минус. Конец игры. Дай жетончик. Два жетончика есть. У меня талантище. Заходи еще, чужак. Ура. Давай сюда. Дай. Так, украшения. Вы можете выбрать украшение в меню, изменить кейс в любой печатной машинке. Все? Это все. Ну и все. Поехали. Сейчас посмотрим, что это за украшение. Куда его можно будет сейчас повешать? Кажется, куда это можно будет сейчас нацепить? Так, надеть слева. Надеть в центре. Надеть справа. Все, мы что-то с вами сделали. Пушки и игрушки. Да-да-да. Ага, вот что оно. Нам какой-то шанс там рифую будет выпадать. Не зря, чужак. Слышь, а дай мне, пожалуйста, вот эту вот штуку. Ну дай, ну зачем ты дразнишься? Зачем ты дразнишься, если ты мне не хочешь, не хочешь. Итак, продавать? Чем я могу тебе помочь? Ой, я бы тебе сказал бы, чем ты мне можешь помочь. Ну ладно. Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. Согласен. Ну, в принципе, ничего такого нам больше не надо. Ладно, давайте. Давайте сохраняться и пойдемте смотреть, что мы можем с вами противопоставить нашему новому другу, у которого топорик на улице был. Так, деталька какая-то. Хорошо. Теперь нам нужно найти будет этот, как его. Где ключик находится? У них ключик находится. Так, что-то они скидывают, да? Угу. Раз, два, взяли. Наш напарник, получается. С начала игры. Чего? Что за хрень? Что это было? Вы это серьезно? Похоже, там что-то есть. Не, я туда не пойду. Вы как хотите, но я туда не пойду. Ага, мне нужно на лодку заплыть, получается, вот сюда и спастись от огромной... Рыбы-убийца, да? Мегалодона. Мегалодона нужно будет спастись от нам. Ладно, хорошо. Прям аж предчувствую сейчас весь спектр удовольствий, который мы получим. Ага, нужно еще, да? Какие-то штучки. Блин, столько разных этих... ключей, заданий, чего туда-сюда. Не знаю, как по мне, если у тебя игрулька интересная, то тебе, в принципе, не нужно затягивать время, правильно, собирая разные предметы. Вот я не хочу их собирать, я хочу пройти спокойно сюжет, немножко, как говорится, побыть в криповости. Так, и все. Так, разные.
Мы не можем сделать боеприпасы. Мы напехали, да? Можем сделать 29 штучек. Давайте, наверное, напехали сделаем. Наверное, напехали, да? Или сколько мы... А, мы 5 штучек можем сделать. Все, сколько у нас с вами? 64. А на дробовик у нас... Понял. Хорошо, хорошо. Ладно, ладно. Да кто же бак пустым держит? Да ты... Тихо, тихо, все, 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 все. Ты издеваешься. Это мне сейчас нужно будет искать бензин, да? А бензин, наверное, у нас находится вот тут. Или нет? Или нет, или да, или угадал. Так, кухонный нож. Блин, ребят, ну реально вы просто затягиваете мое время. Где мне искать бензин? Так, хорошо, сорвали. Топливо для лодки хранится рядом с горючим для генератора. В производственном здании. Угу, бери не больше, чем нужно. Окей, окей, значит нам сюда. Насколько я понял, нам сюда. И сейчас нас тут ждут с вами приключения, правильно я понимаю? Или мы тут уже всех перебили? Или мы тут... Или не перебили? Да твою ж... Я не то что испугался, я очканул. Ага, вот и бык. Ты чё, бык? Так. Здорово, бык. Ты падла. Да, не зря мы прокачивали. Да ляж по спе. И все пройдет. Да, если бы не граната, конечно, я думаю, мы бы с этим бычарой бы очень долго пинудно бегали, сражались. Это хорошо. Так, нам нужно наверх? Или не нужно, или нужно? Давайте смотреть. Блин, я же забыл, что мы ищем. А мы ищем, по-моему, с вами такой бензин. Если не ошибаюсь, мы с вами топливо ищем. Так, жесть. Ну, я, конечно, испугался. Я, конечно, испугался. Нет, я, конечно... Ну, я бы сказал бы, конечно, другое слово, но не знаю, стоит ли. Один есть. Так, ага. Это бык или что? Нет, это челик. Просто просто обычный челик. Ой. Бесите меня. Бесите, бесите меня, бесите. А, змеючка. Змеючка, хорошо. Еще одна в нашу коллекцию. Нужно будет еще одну насобирать. Только не знаю зачем. Если мы пехаль с вами получили. Что? Балалайку. Бамбалейло. Бамбалейло. Так, давайте смотреть, где у нас тут находится топливо. Ну, наверное, мне нужно будет, как обычно, всех... Ах ты, падла! Еще. Как обычно, нужно бы, наверное, их всех перебить, да?
все, минус растяжка. Блин, я иногда подвисаю. Да, иногда подвисаю, даже не знаю, что и говорить у меня. Да? Вот я хочу узнать, сколько их вообще. Я как бы прихожу в себя. Падла. Ну все, 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 бабуль, отстань, пожалуйста. Что-то мне кажется, что они в конце все оживут, и мы будем от них бегать. Так, где эта штука? Это ж тебя нужно, да, было? Или не тебя? Так, все, ребята, дайте мне, пожалуйста, канистру бензина. И на сегодня мне резика явно за по глаза. Так, синие штуки. Расстреливайте синие штуки. Если бы я еще за них бы не забывал, да? Было вообще шикарно. Я таки извиняюсь, а где можно мне найти? Где мне нужно, можно и нужно найти бензин? Но явно ж не сюда, это походу нужно будет, когда мы будем идти с вами назад домой, правильно? Да, мы отсюда пришли, если не ошибаюсь. Горючка, значит, у нас находится где-то... Где-то тут, а? Или где-то здесь, а? Или где-то там, а? Так, заметил. Заметил. То, что заметил, то заметил. Ага, нам, по-моему, сюда, да, куда-то? Куда-то... Блин, тут что-то плавает. Что-то плавает, это меня настораживает. Так, куда нам нужно... Как мне туда попасть? Куда нам нужно и как мне туда попасть? Хороший вопрос, да, ребят? Так, давайте тут посмотрим. Бум. Ага. Здорово. Порох выпадает из птичек. Ага. Только самое интересное, что мы тратим столько же пороха, сколько и получаем. Everybody's a kung fu fighting. Ту-ту-ту-ру. Блин, мне становится нудно. Мне интересно, если я сейчас заберу отсюда канистру, за мной побегут бабайки или нет? Канистра с топливом и закрыть. А, то, что нужно. И сейчас, наверное, на меня побегут, да, челики? Тихо. Слышали? Что это такое? Что за... Змеючка, ты? Слышите, да? Все, хорошо. Мы с вами выполнили даже это задание. Идемте назад. Идемте к лодке. Блин, надеюсь, нас... Да, он достали библиотеки. Надеюсь, нас... Ой. Ой, я слышал, да, я видел, я слышал. Ладно. Сори. Сори, я уже все, я уже не могу. Уже, как говорится... Хочу отдыха. Хочу выпить кофе и отдыхать. Так. Don't destroy библиотеки. Ай, все равно. Так, идемте отсюда. Идемте отсюда. Ва. Так, по-моему, где-то вот тут выход был.
Если я не ошибаюсь, то... Нет, я ошибаюсь. Да ты шо? Аниша тебе. Аниша. Во. Отдыхай. Рассказывает мне. Так, мы такое с вами, крицы, пережили, что нам ваши рассказы уже ни почем. Мы даже сможем одну змеючку скушать потом. Погоди. По-моему, мы сможем сделать с вами болты. Правильно я понимаю? Да. Бум. Отлично, а потрошки для дробовика мы не можем. Ну и ладно, не сильно больно и хотелось, хотя хотелось. Хотя хотелось. Не, понимаешь, 18 пулек лучше, чем, к примеру, 16, но нет. Ладно, давайте отправляться. Поехали. Канистра с топливом использовать. Все, поплыли. Хорошо, что катсцена, да, будет сейчас. Ой, чувствую, сейчас что-то будет веселое. Ну вот, про что я и говорил. Давай, давай, пожалуйста, сильнее дергай. Дергай сильнее. Понятненько. Все, до побачення, ребят. Леона сейчас съедят. Чё-то я чувствую, что Леона сейчас идет. Ля, какая зайка. Так, что мне нужно? Мне нужно... Попасть куда? Ага, ага, ага. Так, у нас вообще получается или не получается? Так, алло. Все? Попадай, пожалуйста, в нее. Целиком сожрать решил. Ну попадай ты в нее. Карусель, Начинаем рассказ. Ну, давай, подай, пожалуйста. А не проще ножом? Не проще ножом отрезать веревку, не? Как понять, что я наношу хп достаточное для этой рыбки? Или это что это такое? Для крокодила Дантик. Ну попадай, ну пожалуйста. Ага. Бонжур. Почти. Почти. Ну, вышел, не хочет кидать. Куда ты делся? Не знаю.
Хорошо, хорошо. Все. Поплыли дальше. Живучий говнюк. И не говори. Ну, если бы мы еще попадали с тобой, вообще было бы хорошо. Так, попадай, 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 попадай. Почти. Наконец-то. Правда, интересно, где мы столько с вами гарпунов этих прятали. Угу. Походу, та штука действует, да? Которую нам вкололи. Ой, оно лягло спать, понял. Устала. Ну ладно. Это завершение главы, понял. А я думал, просто лег поспать. Такой говорит, ребят, я что-то, как говорится, подустал немного. Так ладно, в принципе, на этом можно серию и закончить. Уже в следующей увидимся, услышимся и попробуем найти ключ. Я так понял, будем сражаться с тем здоровым чудовищем с топором. Так что все. Всем до потом.